Всем аньон! Салом! Привет! Сегодня я получила такую большую посылку от одной девочки. Ее зовут Юльдус. Она на самом деле китаянка. Вот. И она отправила вот такую вот коробку. Это на самом деле не мне. Это для благотворительности. И вот, это у нас став получается. И я хотела с вами поделиться. Я реально ничего не знаю, вот ничего не открыто, я ничего не знаю, но просто отправила ради благотворительности и ради там аукционов, может быть, ну, после этого, чтобы в эти аукционы вот и идут на благотворительности или что-то еще подобное. Вот. Но я не знаю, я точно не знаю, для чего она отправила это, точно прям не знаю. Но мне реально интересно, что там внутри. Давайте посмотрим. Просто откроем. Давай. Ау. Ау. Не будем говорить, просто откроем. Мне жуть интересно, пока я до дома дошла. Мне было реально очень-очень интересно, что там внутри. Честно. Так, у нас первая коробочка. Смотрим, что там внутри. Внутри скажет. Больше ничего нету, больше ничего нет. Так, убираем. Вау! Вау! А, цинца! Это вы понимаете, что это такое? Вы понимаете? Дебаг, это Чимин и Джейхоп. На самом деле, Юльдус. Честно, я не знаю ее настоящее имя. Просто она знает еще узбекский, прикиньте. Вот, она сказала, что Джейхоп один мне, она отправила просто так, и один Чимин другой подруге, ее зовут Мустаре, я думаю, вы знаете ее, встречали много в фотках, очень много многих фотках, нет, так скажу, она планировала все это, на сход, все такое, твой, да, вы это видите, Джейхоп мой, а это ее, как может быть человек таким щедрым? Я даже ее не видела вообще, в жизни не видела, но она так дарит. О, Юльдус, камсамнида, рахмат. О, чуть-чуть я уважаю ее, то, что она очень такая добрая и знает узбекский язык лучше, чем я, честно. Я насчет грамматики, да. Она учила узбекский язык, приходила в Узбекистан, она такая милая. О, класс, вообще. Так, облиночки еще, теперь посмотрим, убираем о нем. Теперь посмотрим посылочку. Я надеюсь, что вам видно. Так, что-то там. Голова так что-то. Там вообще чей-то. О! Ва! Сколько фоток? Сколько? О май гад! Делают же на день рождения. Вот. Потом на кружку ставят. Классно. Вау! Это же, это знаете, да, что это? Да, вы знаете. Банк-банк. У нас, значит, с вами есть билетик на концерт. Видите? Вот такие щит. И вот тикет. Так, на какое число? Надеюсь, меня поставят. Ай. Так, мы, конечно, поставим. Бай-бай. Окей. Прикольно. Так. Это такое? Это что-то нет. Вау, милота! Это, кстати, тоже, кажется, давала нам. Потому что тут Джейхоп и Тимми с тобой. Как классно, они такие еще тяжелые, знаете, они не легкие. Они как-то чуть-чуть тяжеловатые. Вот честно. Это оригинал, да? Это реально оригинал? Это да, реально оригинал, смотрите там. Хотя нет, это не оригинал. Смотрите, вот. Классно. Вообще, супер. Смотрим дальше. О, Джей Хоуп. I'm your hope. You're my hope. I am Джей Хоуп. Yeah. Next. О, RM. Кто звал RM? Он тут. Как это у нас?
Потом у нас Намджун. Намджун я. Ой, как прикольно. Ой. Ой. Ой, что такое? О, милота. Что такое? О, мой бог. О, какие прелесть. О, это значок. Так, смотрите. Это палочка такой. Намджуна. Вот слов нет. О, ты супер, Юльдус. Я тебя обожаю, знаешь. Даже если это не все, как бы... Ну, все равно же, это мне все равно, да, но смотреть такое, это что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Потому что когда приходят заказы, открываю их с этим. Знаю там, что внутри, но открываю их с большим интересом, честно. О, темита, смотрите, темита. О, постеры. Намджуна. J-Hope. Yeah. С этим у нас покончим. А вот это, вот это вот. Моя. Это мой, да? Так. Классно. Столько всего. Happy Iron Day. Так. Как красиво, смотрите. Day. J-Hope Day. Today Hope Day. Супер. Я в шоке. Я просто первый раз в жизни так много всего получаю. Хотя нет, был один раз. Вот типа такое вот. Это и есть это. Вот эти вот. Так что приходите на день рождения J-Hope. Это что? Так, откроем. А, это просто обычная коробка, чтобы место было, чтобы все так, только так сушу. Окей. Думаю, вам было интересно, как и мне очень, просто открыть эту посылку. Просто открыть. И спасибо, что остались со мной. До встречи, до следующего видео. Аню!